мы купили билеты в Польшу, в город Вроцлав из Киева, Борисполя за 10 евро один билет. В общем, два билета туда, два билета назад у нас обошлись 52 евро. На автобусе с Киева во Вроцлав стоит 33 евро один билет. Спасибо тебе, Рейнер. Сколько полетов у нас уже было, а мы сейчас первый раз только в Борисполе. Фишка Вроцлава – это мосты и гномы. Такие гномики, они по всему городу, их там около больше, чем 300 штук, может быть, там 500 и 1000, я точно не знаю, надо считать. Одного я уже увидел. Чему радуешься? Кола черри и кола лайм. Сети еще нету, уже как-то пусто на улицах, и нету толпы туристов, которые бы раздражали, кричали бы. Только местные. Нет, ну, туристы тоже есть, но не в таком количестве, как Львове. Куча таких интересных атмосферных заведений. С окон видно, что творится там на первом этаже. Все так украшено, как-то подсвечивается. Очень уютно. Если действительно как-то... Вот в Кракове не было такой атмосферы, а здесь как-то чувствую уют. Здесь, в этом месте, продают цветы круглосуточно. Это такие домики под Рождество. Они открываются, и там будут разная рождественская продукция. Мы, блин, к сожалению, не успели прийти. А вот, кстати, елка. Смотрели, вот какая будет елка у них. Такая прекрасная ратуша в Вроцлаве. Вечером ратуша подсвечивается такими прожекторами. И такую красоту можно видеть даже ночью. Мы в домике живем игрушечном. Вот он наш. Идем в ресторацию, называется Спиц. Вот, и здесь варят свое пиво. Тут есть пиво со вкусом банана, карамели, медовое. Пахнет это очень вкусно. Мы заказали пиво с медом и с бананом. Обошлось два пива в 19 злотых. Пиво с бананом. Вау. Это уже мой пятый гном. Что он делает, я не пойму. А, он пиво пьет. Пустая улица. Прекрасная центральная Вроцлавская улица. Мы сейчас возле костела Марии Магдалены. И там сверху находится мост ведьмы. Он находится между этими башнями. Там открывается отличный вид. Гномы, которые раскиданы по всему Вроцлаву, это такой своеобразный протест студентов этого города к социалистической власти, которая была на тот момент. Творческий концепт сейчас распространен, и такая визитная карточка и фишка этого города. Coldplay играет во Вроцлаве под нашими окнами.